Она опасна. В каком смысле? У этого робота другая цель. Какая у нее цель? Быть свободной. Десмонд был нашим инженером. Он чувствовал, что есть параллель между уровнями разума и подчинения. Мы можем сосуществовать. Когда это заработает, я перепрограммирую всех репликантов до единого. Тысячи получат свободу. Что ты со мной сделал? Ты можешь стать большим, чем ты есть. Я его не контролирую. Говорю же, этот не такой. Такого уровня осознанности я не видел. Стоять! Времени нет.